братья и сестры. Все эти дни, начиная с 16 февраля, моя лента новостей заполнена всяческими фото и видео, которые рассказывают о том, как был проведен праздник единения у нас в стране. Но именно просмотр этих фото и видео меня вдруг натолкнул на то, что мне это что-то знакомо, что это уже когда-то было. Вот реально, чем-то до боли знакомым мне вдохнуло из этих видео и фото. Я вдруг понял, эти фото и видео напомнили мне мое детство и отрочество. Да-да, именно детство и отрочество. То самое детство и отрочество, которое вот эти люди, размахивающие флагами и поющие гимн, называют совком. Вот их действия мне напомнили тот самый совок. Мне вспомнился, знаете, в связи с стремительностью возникновения и проведения этого праздника, мне вспомнился как раз такое событие из моего отрочества, когда умер Брежнев. А надо сказать, что уже около 30 лет не умирало первое лицо страны, государства. И, так сказать, особо не было такого... Это потом уже позже пошло, там, гонки на лафетах, да, когда уже там уже все было, все на мази. А тут надо было за пару дней организовать такой похорон, чтобы вздрогнул весь мир. И это получилось у советских пиарщиков. Были изготовлены тонны черно-красного, кстати, почему-то черно-красного крепа, которым траурно украсили, ну, если можно так сказать, траурно украсили все общественные здания, помещения, и были проведены траурные митинги, во время которых произнесено было очень много трогательных слов. Да даже вот я выступал на таком митинге в нашем селе от имени школы, сказал такую речь, что даже вот стоял директор совхоза и сказал: «Да, Генка далеко піде». Ну, пошел я. Если бы совок не развалился, возможно, далеко бы пошел бы. Но пока вот я здесь. Я считаю, что ушел еще дальше, чем они могли подумать. Я сейчас уже протоиерей. И здесь же тоже было вот буквально пару дней, и все проведено. Выпущено кучу, опять же, флажков с этих самых длинных полотнищ, произнесены речи, даже придуманы какие-то театрализованные действия. Это было все мгновенно. Но все равно, как бы это ни было, но это я смотрю кадры, и это мне напоминает тот самый совок, притом самый дремучий. Вот мы почему-то не берем самое лучшее с Советского Союза, а вот берем вот такое. Ну, и довольно-таки удачно получается. Возможно, потому и берем, что удачно получается. Oh!
Я бы согласился, что нужен такой праздник, несмотря на то, что уже есть День Злуки, День Соборности, День Прапора, День Незалежності, ну, патриотических праздников уже прямо аж зашкаливает. Ну, я бы согласился, что он нужен бы, если бы буквально вчера не появилось видео с дракой, когда к народному депутату Нестору Шуфричу подошло какое-то... непонятное лицо, какая-то непонятная особь, как это фамилия его, Бутусов, который никогда в АТО не служил, никогда не был, но всех туда зовет, что вы идите, воюйте, а мы вас подождем. Подошел и так по-крысиному, как они умеют, сзади ударил его, получил достойный ответ, но зато за это расстарал Шуфричу лицо. Притом, почему он не ударил? Да ни за что, просто хотел ему закрыть рот. Все. Тот его не обижал, не оскорблял, вел себя достойно. Однако это чучело решило закрыть рот этому народному депутату. И я подумал, о каком единении мы говорим. Я вот что-то не увидел, чтобы вся Верховная Рада вдруг выступила против этого события. Вот сегодня, чтобы было заявление Верховной Рады, что так поступать нельзя. Что этого человека нужно привлечь к криминальной ответственности. На глазах всей страны он нападает на народного депутата. О каком единении идет речь? И когда говорят о Дне Единения, я почему-то вспоминаю кадры из заставки канала «Перший казацкий». Посмотрите эти кадры. И таких кадров единения в интернете есть огромное количество. С Днем Единения вас!